Внимание! Критический сбой системы. Состав начал движение. Текущий маршрут. Диспетчерское контур-охлаждение, ремонтный центр, комплекс Steel Island. Будьте осторожны во время движения состава. Ошибка. Переход на ручное управление. Переход на ручное управление. Обнаружено препятствие. Произошло столкновение. Состав разворачивается. Thank you.
Произошло столкновение. Нарушение норм безопасности. Переход на ручную прогулку. Нарушение доступа по массе. Эвакуируйте головной вагон. Аварийная ситуация. Нарушение целостности неизбежно. Эвакуируйте головной вагон. Переход на ручную управление. Устройство сцепления повреждено. Восстановите управление системой с пульта в головном вагоне. Эвакуируйте хвостовой вагон. Переход на ручную управление. Устройство сцепления повреждено. Восстановите управление системой с пульта в головном вагоне. Warning. Obstruction.
Сам уйди! Обнаружено препятствие. Включена защитная система. Состав обесточен. Обнаружено препятствие. Включена защитная система. Состав обесточен. Обнаружено. Препятствие устранено. Аварийная блокировка снята. Состав может продолжить движение.
Состав начал движение. Следующая остановка – комплекс Steel Island. Внимание! Состав входит в закрытое пространство. Будьте предельно осторожны. По пути я порылась в данных Селфорда и нашла запись его отчета об Альфе. Тебе стоит послушать. Альфе Вейс было 8 лет, когда ее отправили в клетку. Отец девочки ввел ее в комнату и поместил в специальный резервуар, зная, что она уже никогда не проснется. Но она проснулась сразу после того, как родила первый прототип. Ей было 15. Второй прототип появился на свет год спустя. Тогда она тоже проснулась. Ей не нравилось, что у нее отнимают деньги. Еще через несколько лет ее признали опасной, когда стало понятно, что она влияет на поступки второго прототипа. Даже несмотря на то, что находится глубоко под землей, в антителестерическом море. Они отключили систему жизнеобеспечения и законсервировали базу. Оставили ее тонуть в около плотных водах, в крохотном чане, где она плавала с детства. Ее сердце остановилось. Но телестерическая аура не исчезла. Мало кто может сопротивляться смерти. Харлайн Вейн был прав. Мы сами создаем монстров, а потом пожинаем плоды. Состав прибывает на станцию комплекс Steel Island. Соблюдайте осторожность при выходе из вагона.